здравствуйте, мои юные звездочки. Меня зовут Рождественская звезда. Я появилась на свет очень-очень давно. Небесный Творец зажег меня, чтобы я своим необычным сиянием возвестила о рождении Божьего Сына Иисуса Христа. Божьего Сына? Да, это удивительная и необычная история. Расскажи ее нам. Да, расскажи эту историю. Расскажи. Хорошо, я расскажу. Однажды ангел Божий явился девушке по имени Мария и сказал: «Не бойся, Мария, скоро у тебя родится сын. Его отец – сам Бог. Он станет спасителем всех людей». Вскоре она вышла замуж за доброго человека по имени Иосиф. Иосиф знал о необычном ребенке, которого носила Мария, так как ангел являлся ему. Как интересно! А что было дальше? Прошло много месяцев. Царь той страны велел всем людям идти в свой родной город, чтобы записаться в книгу переписи. Мария и ее муж пошли в город Вифлеем, откуда был родом Иосиф. Путь был долгий, и когда они добрались до Вифлеема, оказалось, что весь город переполнен из-за переписи, и в гостинице нет свободных мест. Тогда они нашли приют в маленькой пещере, где держали животных, овец, коров и лошадей. Бедные Мария и Иосиф. Да, это так. Но в этом маленьком хлеву произошло чудо. Марии пришло время родить ребенка, и на свет появилось чудесное дитя, Сын Божий. Его спеленали и положили на солому, кормушку для скота. Счастливый Иосиф и Мария в радостном изумлении смотрели на младенца. Ведь родился не просто малыш, а царь вселенной, спаситель всех людей от грехов. А разве такое может быть, чтобы Сын Божий, царь вселенной, родился не в роскошных дворцовых палатах, а в маленьком скромном хлеву? В это так сложно поверить. Да, кто-то в это и не верит, а кто-то поверил всем сердцем, как пастухи и волхвы, которые пришли поклониться новорожденному Иисусу.